В Сургуте обсуждают актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии. Здесь начала работу научно-практическая конференция. К югорским специалистам приехали ведущие ученые не только из России, но и из зарубежных стран. Они расскажут о современных методиках в лечении и выхаживании недоношенных малышей, а также профилактике осложнений во время беременности. С участниками медицинской конференции общалась Лиана Киямова. В этом зале акушеры-гинекологи, неонатологи, детские хирурги и медицинские генетики со всей Югры. Все они пришли повысить свой уровень знаний в области перинатологии. Здесь на научно-практической конференции рядом сидят и студенты, и врачи с многолетним стажем. Акушерство и гинекология – это та область, в которой важно постоянно быть в курсе новшеств. Ведь в руках этих врачей самое дорогое – жизнь и здоровье наших детей. Главное в развитии качества оказания медицинской помощи – это образование врачей, это образование акушерок, образование медицинских сестер. Всемирная школа перинатальной медицины имени Эриха Залинга известна во всем мире. Она была создана Советом Всемирной ассоциации по перинатальной медицине, чтобы врачи могли обмениваться знаниями современной практической работы – от ведения беременности до выхаживания младенца. Она объединяет специалистов из более чем 100 стран мира. В трехдневной конференции специалисты изучат актуальные вопросы акушерства, гинекологии, перинатологии, неонатологии, поделятся рекомендациями по профилактике и тактике ведения преждевременных родов. Все будут знать новые методы лечения в акушерстве, гинекологии. Ну, мы должны совершенствоваться, мы должны обмениваться опытом. Конечно, это очень полезно. Конечно, будут результаты. Главные результаты работы в этой области – уменьшение младенческой, материнской смертности и инвалидности. Кстати, Югра последние десятилетия стабильно входит в десятку регионов страны с самыми лучшими показателями. У нас гораздо больше средств для оказания медицинской помощи. Региональный бюджет может здесь давать нашим специалистам, нашим жителям иногда даже намного больше, чем в среднем по стране. Поэтому и спрос с этой системы должен быть тоже гораздо более строгий. Поэтому у нас хорошо, но требовать нужно, чтобы было еще лучше. Эта научно-практическая конференция проходит в третий раз, однако в этом году она впервые собрала такое количество ученых и специалистов. Общее количество участников достигает 300 человек. Завтра конференцию посетит губернатор Югры Наталья Комарова. Кроме того, в рамках мероприятия планируется вручение дипломов почетного профессора Сургу докторам медицины из России и Берлина, в том числе и самому Эриху Залинду. Лиана Киямова, Рашид Латыпов, телекомпания Югра, Сургут.